10 января в Нагорном благочинии Нижегородской епархии на базе храма в честь Владимирской Аранской иконы Божией Матери и защитников Отечества начнет работу школа трезвости. Слушатели узнают, как помочь зависимым и их близким людям обрести путь к сознательной трезвости и свободе, как избавиться от пагубных привычек алкоголизма, курения и наркомании, как обрести гармонию в семье. Школа трезвости пройдет в форме цикла теоретических и практических занятий, которые будет вести протоиерей Александр Николаев, ответственный за реализацию в Нижегородской епархии концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Первое занятие пройдет 10 января в 18:30. Адрес: Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 69/1. Справки по телефону 831-461-36-85, плюс 7-951-917-45-78.